Короче говоря, наступило 8 марта. Я быстренько проснулся, ведь сегодня не только Международный женский день, но и первое свидание с моей девушкой. Я быстренько умылся, тщательно почистил зубки и одел свою счастливую футболочку. Потом попрощался с дружбаном Владиком, оделся и пошел на свидание. Очень быстро я добрался в кафе, в котором зарезервировал столик. Разделся и стал ждать свою любимую. Малыха опоздала всего-навсего на 3 часа. Но когда она вошла в кафе, время как будто остановилось, как и мое сердечко. Девушка поздоровалась, я сказал привет в ответ и потянулся поцеловаться. Девушка сказала, что еще рано целоваться, и усадила меня на диван. Я не растерялся и как джентльмен сказал: присаживайся рядышком. А потом достал заранее подготовленный букетик гвоздичек. Так, я не поняла, это что, обычные гвоздики? Я достойна роз, я же королева, сказала девушка и кинула цветы на стол. Хорошо, что я хорошо подготовился. Вот, малышка, это северноафриканские пионы. Они стоят 200 баксов за штуку. Блин, очень дорогие, держи. А северноафриканские, это, конечно, хорошо, но южные дороже на 200 баксов. Лучше бы их подарил. Вот, блин, не угадал. Хорошо, любименька, секундочку. Вот. Самая милая мягкая игрушка. Что, мягкая игрушка? Да у меня на них аллергия. Убери от меня ее. И вообще, я кушать хочу. Ты будешь что-нибудь мне заказывать? Да, любимая. Я позвал официанта и сделал заказ. А когда официантка принесла нам наши вкусняшки, девушка сказала мне: ну что, у тебя там подарки еще есть? Или это все? Конечно же есть, любимая. Один секундомерчик. Я достал из пакета 11-й айфон с 2 камерами и подарил ей. Что за старье? Айфон с 2 камерами. Я хочу Pro Max с 3. Я был готов к такому повороту событий и достал заранее подготовленный, купленный в кредит, iPhone Pro Max с 3 камерами. Девушка сказала, что айфон — это, конечно, хорошо, но чего-то на пальчиках не хватает. Сделав глоточек кофе, я сказал: малышка, я знал, что тебе нужно кое-что подарить. Вот, золотое колечко. Это что, обычное золотое кольцо без бриллианта? Я такое носить не собираюсь. Тогда я достал еще одну коробочку с сюрпризом и вручил ее моей любимой девушке. Я надеюсь, здесь алмазы и бриллианты? Это были эксклюзивные серьги из черного жемчуга. Ну вот, молодец. Можешь, когда хочешь. Но ты знаешь, цветы, айфоны, кольцо и сережки — это, конечно, хорошо, но лучше деньгами. Мне стало немножко грустно, потому что я вспомнил, что вчера продал свой единственный биткоин, чтобы купить все эти подарочки. Ну ладно, остаток денежек подарю тебе. Вот. Глазки моей девушки засверкали, как алмазики. Ну вот, теперь ты точно заслужил поцелуйчик. Муа. Все плохие мысли о проданном биткоине тут же улетучились. Когда наше милое свидание подходило к концу, официантка принесла мне счет. 3820 рублей. Так, где тут мои бабки? Раз, два. Пересчитав все оставшиеся деньги и даже копеечки, я понял, что мне не хватает. Любименькая, не можешь мне добавить 20 рублей? Мне не хватает. Что? Ты хочешь, чтобы я оплатила своими деньгами? Знаешь что? Не звони мне больше, чепушила. Девушка встала из-за стола и начала собирать подарочки, даже не обращая внимания на мои мольбы остаться. Потом резко остановилась, вспомнила, что забрала не все подарки, вернулась за пушистиком и сказала: пока, нищеброд. Короче говоря, вот такое вот первое свидание на 8 марта. Блин.